Порядка 120 тысяч случаев заражения лихорадкой денге выявили в Аргентине с начала года. Для сравнения, в 2023 число зараженных составило 130 тысяч. Эксперты уверены, что в этом сезоне страна побьет прошлогодний рекорд. За последние три месяца от заболевания скончались около 80 человек. По словам врачей, страна столкнулась с крупнейшей вспышкой лихорадки денге. Отмечу, вирусная инфекция преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. В некоторых случаях заболевание может вызвать более тяжелую геморрагическую лихорадку, которая может привести к летальному исходу. Мы переживаем крупнейшую вспышку денге в Аргентине. Это значит, что заболевших на 200% больше, чем за тот же сезон прошлого года. Это происходит не только в Аргентине, но и во всем регионе.